Сегодня на российско-казахстанской границе неподалеку от поселка Сагарчин прошли международные учения по ликвидации пожаров. По легенде, в Актюбинской области загорелась степь. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на территорию России, в Акбулакский район. Учения были максимально приближены к действительности. Организаторы устроили настоящие очаги возгорания в разных местах и в разное время. Но общая российско-казахстанская группировка сил слаженно боролась со степным пожаром. В учениях приняли участие 122 спасателя и 40 единиц техники. Учения получили высокую оценку. Вот что по этому поводу заявил Сергей Балыкин, первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области. В тушении пожара участвовали две стороны, причем, я считаю, сработали очень грамотно, вложили все контрольные сроки, которые необходимы. Ну а в жизни бывают ситуации более сложные. Сегодня мы обменялись опытом, и поверьте, есть вещи, которые мы познакомились, посмотрели, которые необходимо взять у соседей нашего Казахстана, есть вещи, которые увидели они в плане у нас тушения. Стороны обменялись рациями, чтобы общими усилиями справляться с нештатными ситуациями на приграничной территории. Такое оперативное взаимодействие направлено не только на ликвидацию общих пожаров, но и совместную борьбу с саранчой.